Отличается от копии. Вот это тогда, блядь, не так снимай. Нормально вот так снимай, чтобы можно было сторисы выкладывать. Куда мы этот влог тебе сунем, блядь? Сука. Да, друзья, вот так вот мы начинаем съемки нашего крутого влога, блога, хуёга и так далее и тому подобное. Будет куча мата и куча всякой ереси. Все, я взялся за это дело, так что молитесь, нигеры, мать вашу. И сейчас же забросит это дело, блядь. Ну только выключит, нахуй, сразу забудет. Так что если, сука, не смотрим, то я вас ненавижу. Если смотрим, то все, лавки, лавки, ёпта. Короче, мы едем в город Челябинск, у нас любимый Челябинск, попеть песенки. Все по кайфу. Ну Нива это пушка, братан, да? Ты что, снимаешь, что ли? Пушка сейчас хуяк в лес резко, нахуй. Через елки, блядь. Типа, а хули нам вот этот звук пока делать? Поехали так сразу за мной. Поехали на медведя посмотрим. Я сейчас заеду. Куда ты заедешь? За медведями. Но Нива на скорости 150 страшная штука. Ебать, супер кинооператор, ёпты. Ладно, поехали, как птицы. Чуть, блядь, там не сломал что-то нахуй. Шарим за кипиш, тут с нами лишь те, кто в курсе за звук. С нами лишь наши, и чё ещё надо, что у всех есть парады, для нас руки ада, кому-то правда. Ладно, дайте нам правду, мы двигаем плавно. Улица шепчет, вернитесь обратно, мы в курсе за тему, когда вертят задом. Даже если нас бегут, крутит, блядь, не то. Челябу приедем, там снимаем, пока мы снимаемся. Вот, мы все ближе и ближе к Челябинску, к нашему любимому. Если ты с Челябы, накидай там, блядь, чего-нибудь лайков, комментариев. Я того рот шатал, я еще тот блогер, блядь. Песен напелись, сухариков нажрались. Поэтому сейчас надо остановиться и... Ну все, ребят, все хорошо, едем дальше, мать его! Ромашки недовольны, что их забрали с собой мы. Вот, Виталя, что, едем дальше? Все, увидимся в Челябинске. Далеко-далеко есть земля, там Новый год и
не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот. Там снег, там столько снега, что если б я там не был сам, я б не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит неба и звездам не видать с вершин. Как посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Дорога подо мной. Еще чуть-чуть и распрощаемся с землей. А ей клянется, что вернется. Совру, так с места не сойду. Врет, сойдет. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Кто тебя будет смотреть? Так. Ебать, я блогер. Йоу, чигидап, вот мы и добрались все-таки до этого места. Эй, кабанчела! Ты там кому-то, да? Ты ебанулся! Ты себя льется, что ли? Че, блядь? Ты меня увидел, у тебя все потекло. Спрыснуло. Спрыснуло. Вот такой вот Челябинск, веселый город. Не, здесь по кайфу домики есть. Есть урбан. Скворечники, как и везде. Да? Ну. Вот так вот. Ой, вот это локация. Смотри, сколько там граффити. А там еще какие-то эти лесенки. Слушай, давай пойдем. Не, пойдем в клуб, я что-то это... Видите? Ну, что-то близко. Вот так вот. Итак, друзья, мы тут стоим с одним из организаторов этого мероприятия. Дайте нам, уважаемые организаторы, интервью по поводу того, что сегодня будет происходить. Вот такие у нас веселые организаторы. Короче, мы ведем свой видеоблог. Да, поехали кукухой, малехой. We'll be right back.
Че, ребятки, как дела? Что за диски, блядь, у машины, ебаный, все, как она едет? Нормальные диски? С таким развалом. Нихуя. Нормальный развал. А че, где вы, че видите? Да вон, блядь, стоит Nissan. Вот это пушка. До первого лежачего и нахуй. Нет. Она поэтому и стоит. Не, у него встал, там. Короче, делать ночь. Наше дело простое. Отвыступались и съебались. Да, Виталик? Да. Едем, кушаем мясцо, мороженку. Туда-сюда. Все по кайфу. На этом, как он? На здравом, на дисплоке, да? Мясо, мороженое. Самое интересное, что... Поемно. Все по кайфу. О, нифига, сколько народу. Едем по Челябинску, кайфуем, да? Кайфуем. Дороги пустые. Это кайф. Почти. Почти пустые, да. Мы обязательно сюда еще приедем. Еще покайфуем. Всем мясо, короче. На определенную сумму пистолет не снимать. Шеф, шеф, до Каменска подвезешь? Хуя дорого. Хуя дорого? Получается, тебе стоит эта поездка. Короче, как в лучших ресторанах нам принесли кофе. И забрали. Вот так бывает, хули. Ты думаешь, это комары? А что он подрыкивает? Слышал? Комары ножки, блядь. Блядь. Ну это жестоко, конечно. Ебать, мы собираем. Вот так вот. Едем, катим домой по темноте, конечно же. Нас окружает полчища всякой мошкары и всяких насекомых. Но мы не боимся, мы сильные, блядь. Даже лучше видно, блядь. Да? Вот смотри, да? Вот. А вы что думали? Это вам же, блядь, не ваши айфоны, ёптать. Ну, кстати, с этим фильтром тебя не очень хорошо видно. Зря ты, блядь, хвалишь так сильно. Но зато за окном у тебя светло. Да, блядь. Да, Виталя, скажи что-нибудь напоследок. Как денек сегодня прошел? Да денек-то заебись. Плодотворно? Ну, пойдет. Пойдет. Мы покатались на Ниве. Денек прошел плодотворно. Сейчас домой приеду. Как посру, блядь. С кайфом, блядь. Минут 30 там буду сидеть. Таких лепёх наебашу. Да, поподробнее, пожалуйста. Таких лепёх наебашу, бля. Просто, ебать, так давить буду, бля. Толчок испугается нахуй. А чё тебе тошнит? Да, блядь, хуйню, пожалуйста. Вот так, ребятки, короче, денёк сегодня прошёл на ура. В этом, так скажем, первом нашем видеоблоге не всё покажем, конечно. Много утаим, потому что нам материал нужен и для других целей. Вот, но будем рады, если вы все-таки оцените наши страдания, блядь.